Это очень необычная история. Но, возможно, она касалась именно тебя. Ароматы твоего парфюма не забуду никогда уже. Ты напоминаешь о себе безумно. Так красиво проглотив свое желе. Ты любительница вкус. Всем доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я снимаю свое утро. Начинаем. Первое, что я делаю, я стелю свою кровать. После того, как я застелеваю кровать, я ставлю, раскладываю свои подушечки. И они очень разные. Я уже переоделась. И после этого мы идем вниз. Давай взорвем, как это было год назад. Зарядку сделали, теперь можно вываться. А, не будет. А в смысле, где резинка? Аленка, ты шоколадная девчонка. Губы намазаны сгущенкой. Твои глаза, два василька, ты шоколадная мечта. Давай взорвем, как это было год назад. На дискотеке все девчонки нам мозолят глаза. Давай взорвем, только ты не забывай, как я любил тебя, как с тобой танцевал. Давай взорвем, как это было год назад. Сейчас я начинаю завтракать. Кашу люблю я с сахаром. Это моя сестра Ленара. Это бабушка. Прабабушка. А мы маленькие дети, храним свои секреты. В лицо нам дует ветер, мечтаем о рассвете. Мы маленькие дети, хотим потусоваться, но нам уже за 20. Давай взорвем, как это было год назад. На дискотеке все девчонки нам мозолят глаза. Давай взорвем, только ты не забывай, как я люблю. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и написать комментарий
о том, как вы проводите свое утро. Всем пока!